Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорные прохождения». От Михаила не только, это у нас начало нового прохождения, как видно по названию, игры «Postal 2». В общем, один подписчик спросил меня пройти эту игру. Я, в общем, решил, в общем, сам красивее начать проходить после окончания прохождения «Сталкер Lost Alpha», модификации к «Сталкеру Чернобыля». Все-таки пока мне так модификации хватает, на рунцарянку, думаю, пока буду проходить одну пока игру, с общем, с модификацией буду проходить, только лишь на рунцарянку, с объединяющий пак. Другую модификацию, думаю, попозже начнем. Когда, думаю, пройдем вот эту игру, Postal 2, все-таки уж меня человек просил пройти ее игру, думаю, тогда тем самым исполню, в общем-то, обещание. В общем, пройду игру эту. Будем, как обычно, проходить ее на самом максимальном уровне сложности, который в этой игре, оказывается, называется смертельный. Просто немножко игру проверил, в общем-то, посмотрел, в общем, как она работает. Один раз запустил даже, так что знаю, что там за уровень сложности будет в итоге. Так, плюс все настроил более-менее, так, графика поставил, в общем-то, максимальное разрешение, то мне стало не максимальное, весь экран плюс к всему. Поменял там настройки. Звук очень потише сделал, чтобы было более нормально слышно мои комментарии. Так, я плюс к всему поставил русификатор озвучки и текста, который, в общем-то, на этой версии у меня не стоял. Эта версия у меня, в общем-то, стимовская, лицензионная, если что. Кто будет спрашивать тем самым, где я, в общем, игру скачал, вот, показываю, не скачал, в стиме. А плюс к всему русификатор все устанавливал, потому что что-то, не знаю почему, не было, в общем-то, русификатора изначально вместе с игрой, в общем-то, установлено. Жалко, конечно, бывает такого, вот, конечно, стима в стиме, в некоторых играх приходится иногда заново русификатор устанавливать, как, например, было в случае с Dead Space в первом части, тоже, в общем, приходилось, в общем-то, отдельно искать. Жалко, конечно, все-таки хочется, чтобы сразу все было, вот, но вот, получается всегда. Хоть, конечно, официальный как бы русификатор. При этом от Акела, в общем-то, игра была озвучена и полностью русифицирована. В данном случае. Ну что ж, думаю, сразу же начнем проходить игру. Новую игру запускаем. Так, сложность, в общем, у нас максимальная, это смертельная. Самая максимальная, смертельная. Вы собираетесь играть на максимальном уровне сложности. И теперь не только все NPC будут иметь оружие, но и также будут ненавидеть вас. Как и они ненавидят меня. Этого, кажется, мало. А как насчет одного сохранения на уровень? А, да, больше никаких улучшений здоровья, кроме Крека. Только та самый яростный фанат Postal смог выжить здесь. Готовы? Only the most hardcore Postal Fanatics should attempt this difficulty. Да мы согласны, в общем, мы так проходим, в общем, уже и зима второй на самом максимально безумном, где нельзя умирать. Если вы умрешь, то начнешь игру с самого начала. И проходим за Элзин на сложности Акуму, где мы можем погибнуть от одного удара противника. И, в общем, играем в том числе и Far Cry на реалистичном, тоже довольно сложновато очень получается. Три миссии прошло, кажется, записал уже серии. Но было очень, в общем, сложно. Была куча смертей в итоге. Ничего, я думаю, привыкнем. Поехали. Так, понятно. Неделя в раю играть все 7 дней. Postal 2. Так, это... Будем играть, думаю, все 7 дней проходить. Это мне слишком будет мало прохождений, думаю, если так вот проходить эти два. Убирать вот эти вот режимы, как называется, не знаю. Вот. Давайте поехали, неделя в раю запустим. Смертельный, в общем-то, уровень сложности смертельная. Максимально. Поехали. Так, важные игровые клавиши. Ну это все понятно, да, движение, там все это, все понятно. Прыжок, стрельба, смена оружия. Прицель. Альтернативный огонь. В общем, поехали, начинаем. Понедельник. Running with Skizzers. Представляет. Добро пожаловать в Парадис, население 4312 человек. А было 6000 в чем-то. Бойтесь агрессивных психов. Помогите!
В ролях. Такой размер никого не впечатляет. Получай на последний. Чувак. Ну, это, видимо, главный герой, я понимаю. Чем пес? Духовой оркестр. Когда вы перебрались в ад? Ты сам хотел переехать сюда для работы над этими идиотскими видеоиграми. Хабиб, лавочник с Ближнего Востока. Почему нет света? Сломано. Короче. О, чёрт! Когда ты закончишь там причитать, возьми список, что я оставила для тебя на холодильнике. Чёртова мама. Неприглашённая звезда Гарри Колман. Где молоко? А то в этом чёртовом списке. Жить прямо, чёрт, не забудь про мою гравийную дорожку. Ты как скажешь? Так. Так, посмотрим. Но эти поручения сами собой не выполнятся, так что нужно идти. Встретиться с Винсом? Так, я немного перебрал вчера, но я думаю, я помню, где я работаю. Собрать немного денег превосходно. А, вот это где. Купить молока? Так, и где это? А, вот это где. Что ж, начинается у нас игра. Сохранение начала нового дня, так, ну что ж. Немножко все-таки поиграл, успел еще немножко освоить управление, более-менее. Так. Так, карты куда нужно идти, понятно, разобраться. Угу. Так, оружия пока нету. Так. Что такое у нас? Блин. Понятно, ладно. Угу. Ладно, пошли, в общем-то. Что ли? Да прячем, прячем. Здесь, конечно, можно поискать, наверное, какое-нибудь оружие еще. Лежит, валяется. А, ох, начну по нам палить. Начну по нам палить. Так, ну это видно. Ну сейчас прямо уйти будет, потом налево повернуть, потом туннель. Так, может будет сократить путь, да. Первой серии нашей. Мне он не нравится. Но мне тоже ничего не нравится. Вы... Идите в жопу вообще. Мягко говоря. Блин, ой, гранату только не кидайтесь. Мне, конечно, типа где оружие. Да
сейчас добежим, да, в общем, до перехода с следующий уровень. Желтые знаки понятно, переход на следующий уровень, да. Печки у нас и нет, пока птичка. 40% здоровья, так. Нам может куда идти теперь-то? Так, так, теперь сюда, вот этот туннельчик. Здесь, конечно, более-менее спокойненько будет. Никто не нападет, слава богу. Ну да, теперь надо быстрее, все на нашего гангера нападают. Нужно от них отбиваться, при этом будет выполнять наши цели. Черт, этот. Да блин, как бы вас их обойти? Вот на этом шагайте, блин, повсюду. Столько людей ходит, не знаю. Блин, на хрен их обойдешь вот без палева. Да хоть по ней полез вы, да? Иди в жопу. Блин, они там вообще борзи решили по ней начать пулять. Да блин, снова спали, сволочи. Так, мне уже лучше. Ну сейчас ты можешь, конечно, пройти как-то незаметно. Дайте пройти, друзья. Течки мы взяли так-то. Блин, это и это идет. Пиздец. Че они здесь гулять, не знаю, вот по этому месту-то? Им тебе больше делать нечего, что ли? Ходят везде повсюду. Нигде никакого свободного места нигде нету, где можно пройти вот мимо них. Дать пройти, что ж, наконец-то. У вас здесь ничего не занято, место делать, где вообще не ходите. Пойдет сюда. Тихо. Может, все мимо пройдет. Хотя, конечно, почти их там всех. Люблю резню. Я тоже. Уже. Потому что другому игру не пройдешь. Так, давай, вылезай там. Думаю, сам вас за рожь не потратить ни одного. Ни одной единицы. Так, иди-ка сюда. Не будем торопиться. Короче, бодровый дровичок берем. Так, это все взяли. Как бы здесь посмотреть-то никого нету. Так, вот тот бежит. Кто-то бежит. Так. Если, конечно, не знаю, проще вот быстро взять, зачем там устроит ловушку, не знаю, зажигать или это. Так, давайте, друзья, где вы там? Это все-таки надо ее снять. Кто-то идет с той стороны. Пойдем к нему на перерез. Ладно, убираем. Так, пистолетик. Течка не нужна нам. Дам себе патрончики в первую очередь. Найти бы. Побольше патрончиков. Как будет, не знаю, найти их. Мне кажется, здесь вот ходят эти вот
несут зло! Они сводят вас с ума! Игры несут зло! Мой президент Чак Хэстон, получайте по заслугам, грязные обезьяны! Катина ты! Сзади, чтобы никто не... Сзади, 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 главное, сзади бы никто еще. Дверь перси. Одна все-таки видела. Да? Что ли, сволочь такая? Круто! Сейчас я бежу за нами. А может не побежит, может это... Если уйдем подальше. Все что ли? Так, что у нас там по оружию-то? Да, патрончик ж маловато. С тарелечком, ну... Так, это нас никто не прет сюда. Что с этими теперь делать вот? А если... пробовать... кинуть ему... Не рванет там? Бегут сюда все. Так, пока один что ли там? Так попробую это сними всех там. Да, блин. Эти что, этих не привлекло внимание, что ли, нет? Так, если как-то ремонта. Поджечь его, попробовать там. Он не сгорит? Моя селезёнка наружу полезла! Да, блин, тут появился. Скотина. Вот, сволочь, попёрся. Мне нужно поискать... Ух ты, какой хрен! А ты откуда здесь? А ты откуда взялись, непонятно. Что за бред? А они откуда взялись-то? Я не понимаю, а эти откуда брали взялись-то? Враги-то. Так мне уже лучше. Надурить. Круто. Так мне уже лучше. Так, ладно. Никого нету. Так, им сюда нужно идти. Но я думаю, сейчас сначала будет сохраниться там месте, чтобы меня не смогли тем самым убить. Потом можно будет пойти. Давай перезаписывай. Охренеть, вообще не встать. Готово. Кто со мной? Вперед, парни, со мной! Полегче. Чё за... Эй! Я что я не очень хороший. Зараза, стараюсь сняли. Да вы уберетесь. Давайте убивайте кранты. Всех поубивали. Чем собачьим? Не со здоровьем, не со засранцы сняли.
Так. Давай патрон собирай. Патрон я нам пригодятся. Сочек из птицы птички добраться бы до той, которая у нас там осталась. Давай, взорвись, граната. Там еще бегут, ёпрсы. Сколько же там будет, не знаю. Надо быстро валить к аптечке. Давай, 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 есть к аптечке, давай. Нас дом не заметит. Мне нужно поискать лекарства. Так, быстро, быстро ходим. Так, 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 так. Вас их обмануть, они напхитрисят. Зараза. Давай быстрее, в общем, переходим в локацию. Фух. Ай. Ай, да, в общем-то офигеть просто. Не встать. Как бы вас их пойти? Вот вы там ходите, конечно, молодцы просто прям-то. А если там пройти? Так, ну и куда нам теперь? Ну это, конечно, будет еще хуже. Блин, они здесь повсюду, черт, дерьмо, еще всех прям перестреливать. Дурить. Просто. Черт, раздели всех там. Проще, блин, сделать. Блин, там их ног понабежит, конечно. Вот. Блин, ну тут не пройдешь. Офигеть, сколько там столпилось-то. Они там, ну, все будут ходить постоянно теперь. Никаких патронов не хватит. Чтобы добраться до теперь до вот другой цели. Черт, а? Басит никак нельзя, что ли? Ай, пиздец какой-то. Уж так войти можно, нет? Попробовать пока что. Так, мы идем. А здесь сохранить нельзя, что ли? О, здесь можно сохранить. То есть на каждой локации по одному разу. Не, пока сохраниться мы не будем. Черт вы. Ходите здесь вот, а. Нам как раз-то нужны. Путь, конечно, не близкий. Мышка, занимите здесь, занимите. О, куда-то перешли, какую-то новую локацию. Ты куда так же попал, так я не пойму. Пока что. А. Прямо на них прямо наперлись. Да, блин, я не туда пошел. Он же вообще был в другую сторону все. Черт, а? Не туда. Так, ну, нам тебе нужно вперед в эту сторону, да, типа, по-моему. Ну да. Слава богу, здесь никого нет, они все там... Нам повезло. Чё-то идёт, ага. Теперь нужно по этой дороге идти, как потом направо повернуть, что ли. Обойти-то нельзя, да? Так, где мы находимся? Я не туда пошел. Блин, это смотрит на меня, зараза.
Уж пойдешь это? Я пойду спокойненько сейчас. Не палившись. Блин, пальцескит. Нам сюда нужно идти, да? Так, это у нас... Я помощь не то пошла. Да ёпсель, мопсель. Так, мне же... Правый туннель, правый туннель. Идем. Идем, идем быстрее. Фу. Ладно, берем пока. Сейчас возьмем аптечки, найдем тайничок там один. Ладно, в общем, ничего не так прямо сложно в этой игре, как и моей писки нет. Сейчас только разобраться все. Что сделать? Может даже, даже с врагами. Хорошо действует. Не разбираться со всеми врагами, может даже. Сейчас еще тайничок найдем. Кошка, привет. Круто! Нить сюда все. Еще прям птичка. Штука хорошо действует. А мне определенно нужно еще. Ну да. Нужно еще. Пойдем еще за тайничком. Не спустимся. Давай, убирайся. Сейчас еще, в общем-то. Так, где-то, по-моему, бронежилет-то, по-моему, подбирал-то. Я-то не помню, где-то наверху, что ли, по-моему, он должен был находиться, должен находиться. Или здесь. Сейчас посмотрю-ка. Ох. Отлично, патрончики. Здесь мы не пройдем. По-моему, где-то наверху с бронежилет-то был, да, ведь? Надо чего за ним сходить. Обязательно. Посмотрим. Так, что у нас наверху интересненького есть? А, да, бронежилетик. Он нам пригодится. Может, когда это месяц, да, конечно, стоит сохраниться, наверное. Может, кому до банка, уже добрались. Куда берете пометок? Мне нужно поискать лекарства. Тот еще там вот у нас получился. Быстренько идем, только не стреляй по мне. Быстро идем. Вот у нас она не смотрит. Я наверх иду. Да, еще больно рванет здесь все, частям собачьим. Это вообще будет печально. Давайте эту тушку поубивать себе. Молодцы. Еще бегут. Крошка. Что, все, закончить, нет? Круто. Давай, шип. Да охренеть, вообще меня там здоровье нет. Ох ты, я зря это сделал, черт дери. Очень даже зря. Мне определенно нужно еще. Но
Что я зря шпатрою, все эти птички растратил. Здоровья себе. Надо искать ему новые птички будет. Ох ты, что такое? И чего только эти разработчики игр не придумают, чтобы заработать лишний бакс. Ну, по крайней мере, это познавательно. На игровых автоматах симуляции жизни бомжей. Да уж. Прикольно. Ну, нет, конечно, игра, что довольно веселый, блин. Может быть, но все равно бредовая, конечно. Так, мне уже лучше. Что еще есть почитать? Так, посмотреть-то можно теперь, видимо, этот. Все. Забрать этот, в общем, цель выполнить свою. Нам, по-моему, сюда ведь нужно было идти, да ведь? Мы здесь находимся. Так куда? Нам нужно туда, в общем-то, мы находимся. Так. Сходимся на этом месте, на всякий случай. Давай-ка. Грасу не надо. Да. Черт. Сложновато будет. Мне определенно нужно еще. Нам бы сейчас аптечки вообще найти, где ее найдешь вот. Это не то, что надо быть. Чтобы было где-нибудь аптечка. О! Силовику патрон есть. Может это еще, может где-то еще спрятано. Очень полезно. И ничего нет, что ли вообще? Чем такое еще построить, не знаю, какую-то ловушку. Этим застранцем. Довольно действенную. Или вообще можно даже около входа того. Ну что там слишком. Хотя можно попробовать сейчас. Прям около входа здесь сделать ловушку. Да, Вера, закрывайся, ну. Все, я очень болею, долго она здесь будет действовать. Сейчас все полностью потратим. Пусть горят. Сволочи. Во. Задание выполнено. С крайней жестокостью. Там горит, а? Да блин, чего там живой-то? Да то что ты скотин. Где он там? Черт, дерево-то, а? Фух. Там, по-моему, еще один остался. Или нет? Погоди, сейчас. Погоди, мам. Кажется, еще один остался. О, эта штука хорошо действует. Фух, так, один остался. Все, в общем-то, в клочья порвали. Так им и надо. Это целая группа на полчаса одного человека. Так, один, в общем, где-то есть там. Сейчас мы с ним, думаю, тоже разберемся. Так, сканиться, конечно, нам не дадут пока, потому что мы уже сканялись. Че, еще бегут, что ли? Сволочь, там мне кажется, бесконечно попереть. Зря вообще там. Бежим. Быстро сюда уходим. Они пока поймут, что мы уже слиняли. Мы уже смотаемся отсюда. Вот и все. Из кишени с той стороны снова не попрут. Так, бежим быстро. Бежим. Наберемся ничего.
до этого туннельчика. Сейчас все обойдем с другого места. Фух. Вот так, думаю, сейчас бежим сейчас. Сейчас главное до туннельчика добраться бы. Так, где у нас туннель, от которого мы выходили это? Тихо, тихо. Тихо, откат бы пес бы обмануть бы. Черт. Я сюда иду, сейчас пойду сюда. Только мне не пуляйся мне. Так. С этого, в общем, по моему понятию, остается как... хотя бы выбраться из этой локации, чтобы... Блин, где бы все аптечка есть, а? Где бы шайки аптечки не было? Чё-то не сюда идут. Надо как-то хибануть, думаю, сейчас попробовать. Обхитрить. Так, а если... Погоди, наверху что-то есть? Нет никакой аптечки, не знаю. Может, спрятали чем-то? Ничего не спрятали. Да, блин, не лезь ты больше. Да, не лезь ты. Да как хрен ты лезешь? Блин, я вообще-то... Ой, черт, блин, управление-то. Все, валим отсюда. Фу. Ну, в общем-то, так, отлично. Последний осталось следующим. Мы полностью это вместе закончим на этом. Быстренько сделаем все это. Фух, отлично. Так, сохранение сработало. Так. Теперь еще остается добраться до этого, где мой магазинчик, где купить молоко. Такая уж наша цель. Дурить, конечно. А плотная стрельба людей. Я, конечно, не знаю, кто мог придумать такую игру. Какие, в общем, люди. Кто это люди, тоже разработчики. По именам, кто создал эту интересную игру. Вот, сзади бы. А, так, другая... А, тут приход другого локации. Ой. Отлично. Так, мы, кажется, все даже не туда пошел я. Снова, да? Или пошел туда все-таки? Блин, я помню туда. Мне стрелочка кто смотрит. Мне нужно вообще-то сюда. Какого хрена я пошел туда? Хм. Не туда пошел. Тормози ты их. Вот эти вот сверстки толпиться будут. Но идите куда-нибудь, что не знаю. Уходите. Нас нету здесь. Нас здесь нету. Ой, ну, конечно, может быть, конечно, стоит их там с ними справиться. У нас как бы оружие-то есть. Где-то случай. Неплохое так. Блин, уходите сюда, сюда, уходите. Ну, давай, давай, двигайся. Двигайтесь там. Блин, ну, не мог-то не побыстрее уйти сюда. Черт, всех выносить не хочется. Мне жизни здесь маловато. Ну ушли что ли? Ушли, кажется. Так, идут они сюда. Ну куда нам идти? Весело. Так, если пойти нам сюда. А, переход в другую локацию. Да ёпсель, мопсель. Чё-то, конечно, обойти вот... Хотя, может, по-другому проводим обойти. Что ли? Чёрт дери. Ай, да уж. Ничего себе. Чёрт, а. Нам не сюда. Нам нужно как-то попасть вот... К магазинчику купить молочка. Для кошечки. Кого нету? Так, если пойти сюда. Пока никого нету. Так, а мне еще сюда надо? Да, отлично.
сюда надо. Так. Так. Все-таки туда попасть вот незаметно. Пока что, может, здоровья мало. С ними разбираться ты уже замучишься. Они там ходят. Нас всех палит. Может, чтобы в другую сторону можно было пройти, наверное. Проще было бы. Так. Как бы мимо вас пройти, это интересно. А еще так пройти? Не получится? Тихо, тихо. Так, магазинчик один свой находится там. Вот он, по проводке смотрим, где магазин этот. Так, понятно. Сохраниться можно на этом месте? Давай сохранимся на этом месте. Еще раз. Так, я попробую сейчас лучше так сделать. Обманем, в общем-то, их. Так, отлично. Автосохранение. Так, сохраниться. Каким образом можно? Так, вернемся обратно теперь. Когда они там все уйдут. Черт, неудобно, когда у вас. Почему эти они начинают палить по нам? О, что за мерзкий запах? Здесь что, собака сдохла? Нет, серьезно, я хочу знать. Тихо, тихо. Так, все, отлично, мы сюда залезли, сохраняемся на этом месте. Что-то все за камикадзе, фигов этот. Так, не туда вообще целиться. Хватит по ним, наконец-то. Камикадзе откажет. Бежит сюда камикадзе, гранатометчик. Сволочь ты. Да не кидай мне гранаты, черт дери. Меня шибет сейчас. Неужели молоко нашли? Слишком легко. Пришло время идти домой. Наконец-то домой еще пришлось, наконец. Теперь можно идти. Ох, у нас все-таки молоко нашли. Вот оно, оказывается, было-то, вот оно. Все, теперь у нас цель выполнена. Теперь можно, думаю, заканчивать. Время идти домой. Ну да, точно, наконец-то можно закончить это. Сейчас, думаю, доберемся домой. В общем, до дома нашего героя, и все, можно заканчивать эту серию. Пошлите, прошли хотя бы первую миссию, понимаю. Так, обходим, все. Сканить, конечно, нам не дадут. Они только там эти вот шастут. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, никого нету, нет, все, покойтесь. Уходите там вот куда-нибудь. Сейчас, скоро, скоро. Сейчас немножко осталось. Да, Да хватит, тут никого нету. Зараза, они там сейчас вот, конечно, вот. У меня здоровья не очень много. Ай, зараза, заразовые там. Вообще пошел сюда. Все, пошли, 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 быстро, быстро. Возвращаемся. Ты ходил на работу? Ну, я... что-то вроде выходного. Вот и хорошо. Тогда, может быть, ты сделаешь еще кое-что для меня? Да уж, я такое с тобой сделаю. Что ты там говоришь? Ничего, дорогая, пей свое молоко.
Вторник. Да. Давненько я не исповедовался. Надеюсь, я не забыл всех своих грехов. Так, посмотрим. О, да, если я смогу найти это место. Идиотская библиотечная книжка, эта сука даже не смогла ее прочесть. Так, и где это? Ага. О, Гарри в нашем городе. Мне понравился фильм «Происшествие». Так, посмотрим. О. Я думаю, это дерьмо не разгребется само собой. Да уж, это точно. Сохранение на начало нового дня. Ну что ж, думаю, это все-таки мы закончим данную серию. Первую серию пилотного моего прохождения игры. Postal 2. Да, игра, конечно, еще тот. Сухофрукт, если, конечно, можно назвать это. В плане своей безумности, в плане своей сложности, в плане своего безбашенности. Подобие всяких там Манхунтов, Saints Row и там подобных игр. Думаю, даже похлеще их. Ну что ж, увидимся в второй серии, в следующей серии. Это пока что все. Надеюсь, вам это видео понравится. Если видео понравится, то ставьте лайки. Обязательно оставляйте свои комментарии, свои мнения, точки зрения, свои советы. Свои впечатления. Интересно, скажет ли он эту фразу из Виллиса? Может быть, если я попрошу? Я уверен, ему это нравится. Понятно. Свои, в общем-то, эмоции, сопоживание, что будет в прохождении. Это пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи. До скорой встречи. И всем пока. До скорой встречи. Come in between me and my brothers. We all around if it's going down. It's just us, all for one. Yeah, you hearing right. Our business done, we disappearing to the night. Came up together, so we all down for the fight.